наличие на том, что... Причем это же занято. Thank you.
Почему? Потому что вы послушаете очень интересную музыку, которую редко где можно услышать. И потому что здесь хорошее место, и здесь хорошо варят пиво. Ребята из Ice Brew. Вот. И мы стартуем нашей первой такой сессии, где музыканты, в данном случае эти талантливые и известные люди, играют сэшн, то есть они собрались поиграть вместе, определяют что-то, и по ходу все развивается на ваших глазах. Вот. Но у нас есть гость, и этот гость сегодня Александр Потапов. Я думаю, что Саша можно не представлять. А вот представлю остальных ребят. Дмитрий Цепилов, альтсаксофон. Макс Сидоркин. Михаил Нестеров. Михаил Нижний, гитара. Павел Толстой. Контрабас. Ну и мы продолжаем, потому что следующий бит называется номер 2. Сибимон. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Это произведение принадлежит Роману Сидоркину. Да, я напомню, что вы присутствуете на нашем первом сессии, и нашим гостем является Александр Потапов. И мы двигаемся дальше. Бит номер 4. Камера, да? Си. Thank you.
Спасибо большое. Я вновь хочу представить этих прекрасных музыкантов. Мы все получили огромное удовольствие музицировать вместе. Надеюсь, вы тоже получили его. А у нас удовольствие, пожалуйста. Михаил Нестеров, электроника. Михаил Нестеров, гитара. Дмитрий Цепилов, саксофон. Павел Толстой. Спасибо за звук Коле Гриффину, огромное, давайте поаплодируем ему. Да. Ну и перед заключением нашего сейшена хочу также сказать, что подписывайтесь на нас, чтобы получать уведомления о следующих наших вечеринках. Они проходят каждую неделю, к слову. Но не такие, но примерно. Ну и, конечно же, Александр Потапов. Спасибо, Саша. Yeah.
Спасибо, друзья, что пришли на это представление. Еще раз давайте поаплодируем всем музыкантам, всем тем, кто подготавливал все мероприятия, всем Гурковским, тебе тоже большое спасибо. Ну а мы, пожалуй, пойдем в бар, выпьем чего-нибудь следующего. Спасибо.